иллюстрация, я же никогда всегда утеплю. Эта иллюстрация, я могу даже назвать ее. Обувь и безумие. Невидимый или невидимка. Как раз не умеет ты долгий от шахты, долгий шахты. Я думаю, это был 2008 или 2007 год. Ирал туда, он элег, как где лечил. Это был лицеист. Пекалькана Флорин. Звали его Флорин. И каза тебя. Это реальный случай. Олимпик на математике. Человек, который участвовал в Олимпиадах по математике. Ирал рад тут экипа Олимпика национала, а умеющий меча на рыцарь Швабри. Он участвовал в национальном олимпийской сборной по математике. Он был совершенно блестящий ум, как в школе. И у Флорина была мечта. И у Флорина была мечта. Să fie atât de bun încât să primească o bursă pentru Universitatea Politehnică MIT, Massachusetts Institute of Technology. И у него была мечта, чтобы получить стипендию и обучаться в Массачусетском технологическом университете. Из Америки. Я бурсы. Это была стипендия. Туда я был у нас, у меня был. И учитель ему говорил, ты обязательно будешь стипендиатом. Что я там бенцата? Да, я решил. Вы знаете, тогда мальчик прилагал усилия, но вы знаете, он был блестящий. А потом тот рекорд или на бакалавриат? Побил все рекорды на сдачу бакалавра. И за спус бурсата сатана. И ему тогда сообщили, что его стипендия была дана другому. На момент, почему он спус, я занимаюсь. В тот момент молодой человек сказал, жизнь потеряла смысл. И он даже бурсы на Бремене. Ему дали стипендию в Бремене, в Германии. Но он не захотел. Его просто заставили, ну, езжай. И он просто не хотел больше ничего. А факт семестр де астрофизика, ну я факт. Он попробовал, один семестр отучился в области астрофизики, не понравилось. А факт уральта материя. Попытался в другом предмете утвердиться. Патру семестр апьердут, на неапроподелик, сантурсы румля, куда туре де 300 лидеру, когда ты не пощадка, ты не займать там. Четыре семестра он пробовал себя в разных специальностях и вернулся домой с долгом 13 тысяч евро, потому что если ты не доучился, ты должен оплатить расход. Сантурсы румля, кому рада. И он вернулся домой как неудачник. Сантурсы университет математики, а шанс скрыто. Поступил в университет математический. Трекусера для Тунч, Дояжимате. Прошло уже 2,5 года. Шерушисте перформанса саккумлезе 22 экзамена рестанте. И он должен был сдавать еще 22 экзамена, как... как задолженность. Ничего его не интересовало. Și tot timpul petrecea pe internet. И все время он сидел в интернете. Era evadarea din realitate, refugiu. Это было его... Он убегал от реальности. Și tot mergând pe internet, el era ateu. Потому что он был атеистом, он все время сидел в интернете. A găsit un site interesant despre ateism, creștinism. И он нашел интересный сайт, где были представлены проблемы атеизма и религии. Era un сайт al lui Walter Pine. Это был сайт Вальтера Пайна. Și a început să citească. Bă, interesant. Он стал вникать. Интересно. Și tot studii despre аргументы биологice în favoarea creației, a început să creadă. И все, вникая в доводы креационистов, он стал верить. Что-то здесь на полу, что
сымбата и мария мунта. И он нашел там я в субботе, я великой борьбе. Пой, с этого беседы. Давайте я поищу церковь. Пока удал, он говорит, беседника Чинич. И он нашел город в Бухаресте, пятую церковь. Pentru un sabat, pe la ora, a văzut pe la 11 începe slujba, pe la ora 11 fără 20, intră în holul bisericii un băiat în blugi, cu jerseu, fără cravată, și se întâmplă și el, pentru prima dată de o biserică. И без 20:11, во время субботнего богослужения, заходит молодой человек в попиленных джинсах, в не очень неприятном свитере. Oamenii chiar vorbeau. И люди, знаете, как щебечут между собой во время богослужения. Se sună. Уже звонят. Nimeni nu-l vede. Omul îi vizit. Никто его не видит. Невидимка. Oamenii merg în sală, tinerii merg în sud pentru părere. И молодые люди идут в зал, он следует за ним. Болко. Тинерии сажатся за хор. Молодые люди садятся в хор. И щебечут в хор. Omul e vizit. Он рядышком, и никто его не видит, невидим. Se așează pe un scaun la balcon lângă stâlp. И он садится на балконе возле столба. Se cântă, predică, se termină, cântă хорul, пляка лука. Хор поет, проповедует. Сântă стânga dreapta. Направо налево смотрит. Хорul пляка și el. Харистре уходит, и он. Уходит și el. И он спускается. Jos în hol unde era garderoba, oamenii chiar ca chiar între ei. Da, в холе люди прощаются, спрашивают, как дела? Sunt în stânga, în dreapta. И он смотрит направо, налево. Iese și spune. Выходит и говорит. Nu asta e biserica. Это не церковь. Trec 6 luni. Проходит 6 месяцев. Și caută mai departe și он продолжает найти искать. După 6 luni zice. Через 6 месяцев он говорит. Mai încerc o ultima dată. Я попробую, пожалуй, в последний раз. Și deci la biserica nouă. И поехал в 9-ю церковь. Fac găsit adresa. Нашел un adres. La 10, ceva mai devreme, 10 și un sfert. 10:15. Intră și el pe poartă de lemn jos, de stejarul bisericii. Открывая дубовую și тяжелую дверь церкви. Pustie, frustă. Se uită pe un țuream, dar venit un pește în asta. И он говорит, какой здесь ход в этой пещере? Где на этаж? Кубарова. И тут слышатся каблучки по лестнице, ты спускается девушка. Fata vine spre el. И девушка направляется прямо к нему. Atenție, o cunosc, e măritată și are 3 copii. Будьте внимательны, я знаком с этой женщиной, у нее 2 детей, она замуж. Сына раньше с ней поздравила. И она смотрит на нее и говорит, добрый день. Ну кого там поедете? Ты, пожалуйста, проходи мимо. Я не искала жениха. Да, она не искала себе жениха. А с ним говорит прима дата? Вы что, впервые? Да, значит, я. Ну да, впервые. Хай со мной на тенер. А давайте к нам на молодой. Берет его за руку и тянет туда за мной. Еще за Денисон я на сала умирал по 40 тенер. 30 тенер. В подвале собралось уже около 30 или 40 молодых человек. Și я, în elită discuția, și că nou meu, unul din prieteni, cum te cheamă? И она прерывает обсуждение и говорит, вот мой новый друг, а как тебя зовут? Флорин. Флорин. Виняйка. А, садись, вот, пожалуйста. Ши, дискутанта, я вообще не крыс. Да. Моя оба невидимка. Ну и теперь он уже не был невидимкой, потому что его тоже вовлекли в беседу. Все ты говоришь, пара де саба. Приходит в школу. Ши, не изляка. Я не могу видеть. Заканчивается субботняя школа, и молодые люди уходят, потому что он опять стал невидимкой. Фата, а молодая девушка, океана Ирина, ее зовут Ирина, зичи, ай су сапор. Она взяла опять ему за руку и говорит, идем наверх, хор. Маленько, пойду не хотел. Ну, это куда? А ну, там я встаю. Да я не умею петь. Ну, ты не сидишь, встаешь. Да не надо петь, ты просто посидишь с нами, пойдем.
la măcar la port. Trei la aeroport. El în blugi, în jerseu, cu o cămașă în capul, la da, port. Da, on в papirele своих джинсов, одет неопрятно. Când folosea, când s-a ridicat și el? Когда Хор встал, и он встал. Când s-a ridicat, s-a ridicat și el? Когда Хор сел, и он сел. A fost serviciu de vin. Богослужение. Я за кого? Я за кого? Все встали, он тоже встал. Я за что? Все сели, он сел. Как я? Когда все закончилось. După ce a prezentat pe soțul ei, fata a spus, auzi, ce faci acum? Когда она познакомила его со своим мужем, она спросила, а ты сейчас куда идешь? Пойдем покажем. Да пойдем с нами пообедать. Care din lumea asta invită un străin acasă, la masă la el? Какой нормальный человек приглашает совершенного незнакомца к себе домой на обед? Ну, зачем? Зачем? Нет, испугался. А в чем он запускал пыль? У меня есть бутерброд. Сейчас вот, ну, пыль, не будет, пыль, шлёна. Не-не-не, пойдем с нами, потому что будет и этот, и вот тот, и этот. Când ieșați, am găsit. Ну и когда он услышал, что еще кто-то будет, тогда он осмелился. Am mâncat și-o mâncat acela. Я был в том доме и обедал. În fiecare vine mama Ирины. Каждую пятницу мама Ирины. Face un uloi mare de borș. Vare целое ведро борща. Și face o mâncare, o cratiță mare de mâncare. И целую большую кастрюлю второго. Și fiecare sabat se adună între 8 și 15-16 oameni. И каждую субботу к ним приходят от 8 до 15 человек. În special oamenii invizibili. Особенно невидимки. Se vrea că două rânduri, că e la loc. Este bucătăria mică. Знаете, они две смены кушают, потому что это маленькая кухня и это малосемейка. Как маленько у них, когда сортеется, социализация? Пока первая смена кушает, вторая разговаривает, а потом они меняются местами. В 6 лун de zile Флорин a primit botezul. За 6 месяцев Флорин принял крещение. Și a dat toate cele făcute exacte, plus cele din anii care au venit. Он сдал свои 22 задолженности и все экзамены, которые еще последовали. А ты ли бун, если ты дахинат парламенту ирландец сэмкрезе у нам ши жуматате пе у программ, при каре барьевер штия, се кема домино. И он настолько блестящим умом обладает, что ирландский парламент пригласил его для того, чтобы он работал на программе, которой только он умеет совладать. S-a întors în țară, s-a căsătorit, женился, tot venit din lume. Тоже на девушке, которая пришла из мира. A făcut specialul master bioinformatică. Он защитил мастерат на тему биоинформатики. Ca să-i bată pe cei care cred în creațiune, în evoluționism. Ca для того, чтобы бороться с людьми, которые верят в эволюционизм. În semnele timpului, el are articol despre evoluționism creațional, se cheamă Florin Ghețu. И в знамение времени в журнале румынском он имеет статью, которая подписана его именем, Флорин Ghețu. Ce înseamnă misiune? И там эта статья называется «Что значит миссия?» Se arăt sau de doctrină? Нужно человеку показать о доктрине, нет? Sau să любишь? Или же полюбить человека. И așa ты уже să любишь, dacă ai dragostea turnată din tine. Это так просто, если у тебя есть избитая в тебя любовь. Vă spun, femeia aceea care face oala și cratița în fiecare vine. А вот эта женщина, которая каждую пятницу варит ведро борща и кастрюлю второго. Dacă vă spun așa, este timidă, modestă. Если бы вы знали эту женщину, она тише воды, ниже травы. А крещенцы мои мудрые суфеты, как мне, и она завоевала больше душ, чем я для него. Pentru că am fost flământ, mi-a dat mâncat, mi-a fost sedit, mi-a zis de gând. Asta e misiune, oameni, cu dragoste, practică. Вы, я алкал, и вы напоили, накормили меня, я жаждал, вы напоили меня, потому что это есть любовь. Дочери,
Dacă nu era omul ăsta, era mai fericit că dura jumate ca timp. El nu m-a mai luat timp. Da. Ei, este lumina zis, neba la Boga o dva raza bolșe. Он просто украл у меня половину времени. Трябва да се борис, он ще украл дух. Не трябва да бъде. Если бы не я, то все закончилось бы за час, а не за два. Дорогие мои, аз вря са вы говорить на вон руку. Ультиму кубы. Последнее, что я хотел бы вам сказать. Dumnezeu vă cheamă pe toți să faceți misiune. Господь призывает вас всех совершать миссионерскую работу. Citiți Ioan 15. Прочитайте Ioana 15 главу. Și veți vedea că doar cei care aduc roadă vor rămâne cei la totul tăiați. A credi și tăiați. Вы знаете, что только те, кто принесут плод, будут не отрезаны. Все остальные отрезаны от ветвистых. Tăiați! Отрезанность! Fraților, nu trebuie să fiți doctriniști, nici să vorbiți, nici să dați cărți. Mai întâi să iubiți, povăziți și celălalt. Братя мои, не нужно учить людей доктрине, не нужно раздавать адрес церкви. Сначала нужно научиться любить, а потом уже последует все остальное. Și dacă aveți dorință să cunoașteți mai mult, am un seminar care vă putea pe tema. И если вы желаете об этом узнать больше, то у меня есть семинар на эту тему. Aș vrea să pun o întrebare. Că ce om să dai vorbos? Nu se referă la părinți și bunici. Это не относится к родителям и к бабушкам и дедушкам. Vreau să întreb. Хочу вас спросить. Тинери. Молодые. Care sunt тинери? Те, которые считают себя молодыми. Care doresc să facă o schimbare. Care doresc... Которые хотят провести какие-то перемены. Să implice cu Hristos în misie. И вовлечься со Христом в миссию. Care sunt acele fete și acei băieți care spun, până acum am stat, chiar când vreau să fiu roditoare și nu. Молодые люди и девушки, которые говорят сегодня, я до сих пор просто сидела, а сейчас хочу что-то поменять. Vreau să văd, vreau să văd. Я хочу увидеть. Nu văd bunici, nu părinți, doar tine. Я не обращаюсь сейчас к бабушкам и дедушкам и родителям. Vreau să văd. Я хочу увидеть. Vreau să văd. Acum. Хочу сейчас увидеть.